Подскажите, пожалуйста, откуда возникают женские капризы? Как с ними быть? Плохо это или хорошо? Наши женские капризы возникают из наших желаний, раз, из наших потребностей, которые форматируются в такие упакованные желания, два, из внешних таких эпизодов или сценариев, или картинок подружек и всех остальных девочек, которых я вижу в Инстаграме еще где-то, я сравниваю, у нее есть, у меня нет. И самое главное, если рядом есть или родители, которые потакают в этих капризах, или молодой человек, или мужчина, ну, который так хочет угодить, потому что уж больно девушка нравится или женщина нравится. Ну и плюсом мама постаралась в этом направлении. И тогда, если вы перегибаете палку, и ваша удовлетворенность никак не наступает, то рано или поздно система перевернется, как система ценностей, и вы утомите того, перед кем капризничаете. И вообще каприза — это истерика, да, такая нарастающая. Если сразу дали конфету, ну вроде успокоилась. Если не дали, значит, будет по накату. И истерика — это всегда по отношению к кому-то. Я не могу, сделать за меня. И если кто-то берет за вас делать и потакает вашим капризом, вам это очень хорошо. А тому, кто за вас делает или обслуживает вас, по-разному. Почему и говорится, что другой человек не хочет сделать вам плохо, вот вы в конкретном вопросе, вы не хотите сделать тому плохо, перед кем капризничаете. Вы хотите за счет него или за счет них сделать себе хорошо. Но рано или поздно это заканчивается, потому что можно покапризничать при выборе. Я не хочу вот это, хочу это. Ну, пожалуйста, я тебя очень люблю. Да? Такая игра между мужчиной и женщиной. И мужчине это всегда нравится, когда женщина о чем-то его просит, и он готов открыться и готов это сделать. Если это бесконечная такая череда капризов, то просто какой-то промежуток времени вы будете этим заниматься, а потом это все перестанет, потому что ничего не бывает вечного в этом мире. И кому-то надоедает, кому-то становится неинтересно. А если у вас насыщения нет, и самое главное, взрослеть не хотите, ну тогда это будут ваши последствия. Уж какие они будут, да, там надо будет посмотреть.